Добрый день! Рада всех приветствовать на своем канале. В начале ролика я хочу всех пригласить на свой канал в Яндекс.Дзен. Называется он точно так же, как и на YouTube. Я начала потихонечку осваивать эту платформу. Кроме видео, я там буду выкладывать и статьи. Кому интересно, две статьи уже на моем канале уже есть. Поэтому приглашаю всех к себе в гости. А сейчас я вам хочу показать гортензию, которая у меня сейчас цветет. Но, как сказать, это не гортензия разочарования. Это, ну, разочароваться в цветах, конечно, нельзя. Она тоже красивая, но покупала я ее как абсолютно другой сорт. А вот распустилась и зацвела вот, ну, то, что получилось. Покупала я несколько гортензий в прошлом году. Это вот эту гортензию я приобретала как вот такую. Vims Red. Вот эта этикеточка от этой гортензии. И покупала я гортензию «Полярный медведь» в маленьких стаканчиках в магазине, в садовом. Гортензия «Полярный медведь». Действительно, это полярный медведь. Она у меня зацвела сразу в прошлом году, в год посадки, и была просто вот, ну, чудесная. Хоть и маленькая, маленькие были метелочки, но мне очень она понравилась. В этом году она, конечно, еще шикарнее цветет. Чуть позже я вам ее покажу. А эта гортензия в прошлом году, она не цвела совсем. И в этом году я ее, ну, обрезала, и вот она выдала вот такие веточки. Ну, вот посмотрите, рядышком вот она, гортензия «Полярный медведь». Это просто, не знаю, это вот, я так ей довольна. Вот моя ладонь и вот такая метелка, красавица. А это гортензия, ну, вот как я повторюсь, она у меня в прошлом году не цвела. Здесь вот даже есть дырочка. Сейчас я ее вот достану. Вот смотрite, написано Vims Red. Гортензия метельчатая. И я думала, что это все-таки будет Vims Red. Но каково же было мое удивление, когда она стала вот... Ну, уже и сами цветочки, насколько я знаю, я гортензиями занимаюсь только второй год. У Vims Red должны быть вообще другие по структуре соцветия. Ну, вот соцветия сначала завязались вот такие. Какие-то уже они начали коричневеть. А вот это, ну, можно сказать, самое красивое соцветие на сегодняшний момент. Вот она стала розоветь. Даже не знаю, что это за сорт, что за пересорт. Я предполагаю, что это ванила фрайс, но я могу ошибаться. Поэтому хотелось бы, ну, кто более лучше разбирается в сортах гортензии из зрителей, пожалуйста, ну, поделитесь в комментариях, что вы думаете, как все-таки называется моя вот эта гортензия, пересорт. Стволики у нее темные, и листики вот, ну, такие ярко-ярко зеленые, вот такие метелочки. Метелочки, в принципе, ну, не мелкие, довольно крупные. Ну, конечно, с полярным медведем не сравнить, но все равно. Ну, может быть, то, что она первый год цветет, поэтому метелки не такие крупные. Но вот, вот, ну, смотрите, вот моя, если ладонь, да, и вот метелка, но больше, чем моя ладонь. Вот еще метелочка. Вот она, получается, в начале растения цветочек белый, а потом она начинает вот потихонечку розоветь. Все-таки я думаю, что это ванила фрайс, но хотелось бы, конечно, чтобы гортензия была по сорту, но уже ничего не сделаешь. Естественно, я никуда убирать, выкидывать не собираюсь. Ну, как делают
некоторые цветоводы, которым не нравится сорт, и они, ну, убирают растения и сажают то, что им нравится. Нет, я эту гортензию оставлю. Да, она красивая, но вот буду искать Винпс Ред, чтобы посадить у себя на участке. Вот такой пересорт. Так что прошу вашей помощи в определении вот этой красоточки. Веточек сколько здесь у меня. Ну вот я обрезала вот так. Ну, в принципе, нельзя сказать, что очень высоко я обрезала. Наверное, на две почки. Вот веточки у меня обрезаны. И здесь 6 больших побегов. Она неплохо держит свои метелочки. В отличие вот от полярного медведя. У полярного медведя, ну, под тяжестью его метелок, конечно, веточки склонились. А это вот она такая жесткая гортензия. И вот с такой окраской. Жалко, конечно, что начала уже она вот коричневеть. Но интересно, вот с этого краю она почему-то, у нее цветочки начали зеленеть. А была она изначально, она была прям вот такая кипельно-кипельно-белая. Вот как здесь вот на макушечке. Она была прям белого цвета. И вот часть метелочек начала розоветь. Но у нас уже прохладненько стало, 6-7 градусов утром. А вот часть метелок почему-то стала коричневеть. Наверное, уже время пришло. Не знаю, как я ее буду или не буду обрезать осенью, но еще пока не решила. Ну, склоняясь к тому, чтобы просто убрать вот эти метелочки, которые останутся, ну, которые будут после цветения, а обрезку делать ранней весной. А пока оставлю как есть. Так что вот такая незнакомка прекрасная. Ну, ничего страшного. Это не самое страшное в жизни. Все равно гортензия красивая. Всем спасибо за внимание. Всем добра, здоровья, удачи. До свидания.